Привокзальная площадь. Здесь всегда много людей. Спешат автобусы, автомобили, и, кажется, так было всегда. О том, что в Череповце был эвакопункт в годы Великой Отечественной войны, сегодня знают и помнят немногие. А это место надежды. Здесь пролито немало слез. На вокзал массово привозили раненых с фронта. Здесь матери провожали и ждали своих сыновей. Женщина, она провожает детей своих, она их встречает, она напутствие дает, да? И вот площадь вот эта, привокзальная, как она называется, и вот этот сквер, вот оно само напрашивается на то, чтобы здесь стоял памятник женщине. Так как никто другой имеет право говорить женщина, пережившая блокаду в Ленинграде. Галина Викторовна Сидоренко. Именно она стоит у истоков идеи дать привокзальному скверу имя Надежды и установить памятник женщине. Над этим проектом активисты работают последние 10 лет. Пока что положительного ответа от властей не получили. А череповчане, кажется, не против. Это каким-то образом будет напоминать о блокадных днях. Да, действительно, отсюда уезжали и сюда раненых привозили, в том числе мой отец был сюда привезен раненый. Я за. Я сама мать, да, у меня будущий воин растет. Я была бы очень рада, чтобы в нашем городе поставили такой памятник вот здесь, вот близ вокзала, да, где раньше проходили такие события. Женщина – это надежда, как бы ассоциируется у меня тоже с этим. Как бы, если женщина, то она в первую очередь мать. Сдаваться Галина Викторовна не намерена. Обращаться к городским властям активисты будут снова. Чтобы дать привокзальному скверу имя Надежды, не нужно больших материальных вложений. Нужна одна лишь воля череповчан. Для того, чтобы подать официальное обращение в комиссию по увековечиванию памяти, организаторам необходимо собрать 1000 подписей. Собрать подписи несложно, уверен активисты, а вот повлиять на решение комиссии труднее. Но если все-таки чиновники решат вопрос в пользу Надежды, за нее еще должны будут проголосовать депутаты городской думы. Но, как говорят инициаторы, шанс есть, что в преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы идея без внимания не останется.